один. Ну, на данный момент сейчас продолжается опять зачистка в Марьинке. Очекуем опять повторного контрнаступа. Так как по данным разведки сепаратисты хотят нам объявить матч-реванш. Ожидаем, как они говорят, матч-реванш. Но я думаю, вряд ли у них что-то получится. Мы все готовы до повторного контрнаступления. Я думаю, сейчас уже у них вообще не получится еще, потому что сейчас мы готовы на все, можно сказать, не 100, а даже 200%. Потому что я думаю, шансов у них никаких нет для прорыва. Все зависит от коллектива. Если слаженный коллектив, то все всегда получится. Люди подготовлены, да, уже не первый раз принимают участие в боях? Да, данные люди подготовлены на все 100%. То есть коллективы слаженные, расчеты слаженные. То есть все, ну, я думаю, на данный момент все идеально. Готовы принять в любой момент и отработать по нужным координатам. Не поломай. Готуємося, обслуговуємо техніку, щоб відбити наступ противника на ділянці прориву. Хлопці, настрій бойовий, всі готові до виконання бойового завдання. Смотрим, пока осматриваемся. Ну, про ДРГ что говорят сейчас? Не, ну, доработают ДРГ. Они всегда были, если будут. Это дело такое. Профессионалы есть же не только у нас, но и у них же.